Всем привет! Это опять мы, поднимающие сельского хозяйства с нуля. Сегодня мы еще решили посадить лук. Мы сразу замочили в растворе марганцовки, таком с бледно-фиолетовым, и стакан соли на 10 литров воды. Сейчас мы высаживаем. Один лук мы высадили на 15 сантиметров, чтобы были большие головки, а сейчас будем высаживать вот такой вот лук по 7 сантиметров лунки. Семейный. Лук у нас без комментариев. Семейный лук. Да тише. Семейный лук у нас мы высаживаем на 15 сантиметров друг от друга. А вот такой вот маленький мы на 7-10 сантиметров. Ждем ваших комментариев и советов. Обычно показываем, что уже сделано. И все поле. Сегодня у нас большая команда. Все стараются дать какие-то советы. Не знаем, что получится, но будем стараться держать вас в курсе. А еще обратите внимание, сколько у нас ревизоров. Вот ревизор. Все, у каждого свои советы, у каждого свои из жизни опыты. Сами ничего не могут уже, поэтому делаем только мы. И делаем из трех мнений. Свое и еще несколько. Что будет, посмотрим. Уже солнце зашло, скоро потемнеет. Но так поздно садим, потому что поздно пришел трактор. Вот так. Скоро включим фонарь и будем под фонарем садить. Да, все как всегда. Буквально вот так вот трактор. Ясно. К сожалению, не получилось записать драку за эту тяпку, но это стоило видеть. Вот. Потому что дед говорит, каждые 5 сантиметров уже минут 20. Кто-то говорит, что каждые 5 сантиметров, кто-то нет. Вот так вот, садите. Вообще, лучше натягивай веревку, чем команду стоит. А так из-за того, что не натянуто, не можем нормально попасть. Вот так, один из наших советов для вас сегодня — это хорошо натягивать веревку. Записывайте. Особенно на шее. Мы говорили, солнце село, садим лук с фонарем. Это уже морковка. Морковка. Вот уже жабы квакают там на болоте в конце участка. А мы садим морковку. Да. Вот такой вот у нас уже закат. Но работа продолжается. Все дела на сегодня завершены. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь, делитесь своим мнением в комментариях и, конечно же, ставьте лайки. А пока мы говорим до новых встреч и ждем вас в следующем видео. Все, пока.